Почки сосны, листья зверобоя, традиционная ромашка или богатые витаминами плоды шиповника. Миллион упаковок каждый месяц сходят с конвейера красногорского предприятия здоровья. Практически мы работаем со всеми фармакопейными травами. Рынок сбыта вся Россия. Мы работаем со всеми оптовиками, федеральными, региональными и также со всеми розничными сетями аптечными. Продолжение еженедельных визитов на предприятие округа. Сегодня для знакомства с производителем в фитотерапевтическую компанию в Нахабино приехала глава округа. Эльмире Хаймурзиной продемонстрировали упаковочный цех, лабораторию для проверки даров природы на радиоактивность и микробиологическую чистоту и остальное производство. А живете где? Здесь, в Красногорске тоже. Тоже в Красногорске. Ну хорошо. Вам нравится ваша новая работа? Да, конечно. Из цеха в цех почти каждый сотрудник – житель городского округа. Предприятие здоровья – это 150 рабочих мест. Был бы больше, говорит гендиректор. Есть площади, силы и желания для расширения. Денег не хватает, но решение нашлось уже в ходе рабочей поездки главы. Мы с нашим инвестблоком сразу же предложили, что у нас есть возможность в области работать программа государственной поддержки, и можно получить денежные средства на модернизацию производства в том числе. Мы обязательно будем этот проект сопровождать. Наша задача – помочь предприятию нашему, стабильно работающему, выплачивающему зарплату. Почти 150 человек работает для того, чтобы они имели возможность снизить свои издержки. Такую финансовую помощь предприятие здоровья планирует направить на закупку оборудования для маркировки. Оно после недавнего изменения законодательства обязательно. Так что компания сможет сохранить лицензию и продолжит быть передовиком на рынке лекс-средств.